Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. И сегодня будем очень вкусное блюдо готовить. И это будет сорт кабачка, называется спагетти. У кабачка я не очищала кожуру, только разрезала пополам, очистила все внутренности и слегка сейчас смажу растительным маслом. Запекать будем при 220 градусов на 40 минут. Накрывать ничем не будем. И вот так выглядит испеченный кабачок. Даем, конечно, остыть ему немного. И потом уже можно вот так просто вилкой берем и отсоединяем мякоть. И вы посмотрите, это прям как настоящий спагетти. Друзья, это вообще невероятно. И берем, конечно, выкладываем это все на тарелку. Это вообще вкуснятина, я уже не первый раз готовлю такие спагетти. Оно хорошо так все вынимается оттуда и получается пустая такая чаша. И также поступаем со второй половинкой. И вот полюбуйтесь, посмотрите, это настоящий спагетти у нас. Две луковицы я порезала кубиками. Фарш у меня говяжий, 400 грамм. И теперь мы будем обжаривать. Наливаю я 2-3 столовые ложки оливкового масла. Вы можете и растительное наливать. И теперь буду я обжаривать лук. Дадим луку немного поджариться и уже добавляем фарш. И начинаем интенсивно его перемешивать, чтобы равномерно все у нас обжарилось, весь наш фарш. Когда наш фарш уже соединился вместе с луком, тогда уже можно подсолить его, и также мы все мешаем. Все это готовлю на большом огне. Теперь добавляю 3 зубчика чеснока порезанного и болгарского перца, порезанный кубиками. И сразу же мешаю все, непрерывно мешаю, чтобы все пожарилось у нас. Попробуйте, если фарш уже готовый, то можно добавлять специи. Посыпаю я базиликом щепотку, потом зирой и черным молотым перцем. Специи на свой вкус и какие хотите добавляйте. Вот посмотрите, друзья, какой фарш получился, ароматный и сочный. Наши спагетти остыли немного, но ничего, у нас фарш горячий. Итак, друзья, давайте сервировать наше блюдо. Я накладываю сначала фарш, несколько ложек, потом поверх наши спагетти. Ох, какой идет аромат, такая вкусняшка. Теперь еще поверх фаршу насыпаю и добавляем мы еще, конечно же, зелень. Как же без зелени, вот такая вкуснятина. И как же я обойдусь без своего украшения — цветочки из моркови. Друзья, ну посмотрите, ну и разве это не вкуснятина? Как в ресторане блюдо получилось у нас. Приготовьте такое блюдо, если же, конечно, в вашем городе есть такая тыква или кабачок, которая называется спагетти. Всем приятного аппетита и спасибо, что просмотрели до конца видео. Рецепт оставлю в описании под видео. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если понравилось.